Всем привет! Всем доброй ночи! С вами Буласов Михаил. Лилия Донскова, мы из города Саратов. Подожди, не всех перечислили еще. С нами сегодня еще кот Бакс. И вот здесь вот бегает мелкий пес по имени, по кличке Мани, как у Боды Шеффера. У нас денежные животные. Это видео номер два, второй день видеомарафона. Да, все верно. Сегодня тема нашего выступления, нашего ролика – цена нашего слова. И хотел как раз бы вспомнить одну такую поговорку, пословицу. Слово не воробей, фраза не воробей. Вылетит, не поймаешь. Вылетит, не поймаешь, да. Поэтому нужно следить за своими словами. Нужно всегда соблюдать и выполнять те обещания, те договоренности, которые ты ставишь перед собой и перед другими людьми, словами. Ближе к теме. Сегодня мы поставили для себя цель снять данный ролик. И время на дворе, у нас 12 часов ночи, дочка уже легла спать, то есть в квартире мы не стали громко говорить, шуметь. Мы, верные своему слову, мы пошли на улицу снимать данное видео. Да. Бедные животные стали. Давай, какая цена твоего слова? Если я пришел в данный проект, то я пришел на 100%. Я пройду все 28 дней, я сниму все 28 видео, уроков. Я проработаю все эти 28 дней, я проработаю все обучение, которое нам предоставит Александр Матиевич. Цена моего слова. Но я уверен, что не воспользуюсь данным словом. И все равно ставлю цену. Я побреюсь. В случае невыполнения каких-либо из своих обязательств в данном проекте, я побреюсь. Последний раз я брился на свой день рождения. Посмотрите фотографию, как это выглядело. Честно, мне не нравится, как я там выгляжу. Поэтому для меня побриться – это будет, так сказать, наказанием. Лиля, а тебе? Ну, для меня как бы деньги тоже не наказание, поэтому я вот долго думала, что я буду делать. Для меня самое страшное – это бомжи. Вот, я решила, что если И готовить. И готовить я не люблю, да. Но готовлю я вкусно. И я решила, что если я не сдержу свое слово и сольюсь в какой-то момент, я просто приготовлю огромный чугун плова вкуснейшего своего фирменного и пойду кормить бомжей. У нас их тут хватает, буду их кормить. Вот. Я просто не представляю, как это будет выглядеть, но я надеюсь, этого делать не придется. Да, мы уверены, да. Что мы это сделаем. Сделаем. Мы сделаем! А ты сделаешь? Ну все, всем удачи, успехов. Всем спокойной ночи, пока-пока, до встречи в следующем ролике. Никаких спокойной ночи, снимать ролики всем срочно. А еще хочу вам всех поблагодарить, я уже очень много видео посмотрела, вы такие классные ребята, я счастлива, что мы с вами в одной команде. Успехов всем, пока. Пока.